Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вяткина, я преподаватель студии танца «Нашествие», преподаю воздушную гимнастику на полотна. И первое упражнение, которое мы обучаем новичков, это завалить. Есть два способа. Первый. Мы обматываем ногу с внешней стороны полотен, сверху ставим вторую. Крепко зажимаем, так, чтобы не скользить. Переставляем руки наверх, чуть-чуть подтягиваемся. Снова зажимаем ноги. И так мы едем до самого верха. И таким же способом обратно. Руки опускаем вниз, немножечко съезжаем. Главное, не съезжаем руками, можно сжечь. Так что аккуратненько перебираем. Ножки приспускаем. Способ второй. Мы просто приставляем ногу в полотно. Стопа и колено с разных сторон получается. Выворотом нога. Немножечко подтягиваемся. Второй ногой снизу. И ставим сверху на стопу. Садимся. Так, чтобы не скользить. Поднимаемся. Ноги подтягиваем к себе. Снизу на стопу ставим. И дальше так же слазим. Присели, ручки вниз опустили, ноги размотали. Разматываем, снова присели.